Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Споживання електроенергії восени та взимку росте. Як зекономити? Сьогодні нам розкаже наш спікер. Я рада вітати у нашому прес-центрі. Керівник департаменту з контролю якості дніпровського постачальника електричної енергії «Ясно» Тимур Єпанєшніков. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, от зменшення споживання електроенергії, якою має бути правильна експлуатація побутової техніки, аби це споживання зменшити? Доброе утро. Первоначально необходимо понимать, что снижение потребления электроэнергии – это должно быть комплексное решение. Во-первых, это может быть использование энергоэффективных решений. Во-вторых, это изменение наших привычных, скажем так, повадок, как мы привыкли использовать. Ну, самое простое. Это, например, при использовании чайника кипятить только необходимое количество воды, которое вы будете потреблять. Так же самое это использование электроприборов с классом энергоэффективности А и выше, это использование смарт-режимов, либо же режимов эко. Это размещение, например, холодильника на 5 сантиметров от стены, что позволит сэкономить потраченную электроэнергию. Это очистка кондиционеров ежегодная, это очистка от накипи и в в принципе, вот эти комплексы, которые позволят нам перестроиться, позволят сэкономить. Ну и самое главное, это передавать показания до постачальника с 1 по 3 число для того, чтобы оплачивать только фактические потребления. Если же ну, по каким-либо причинам с 1 по 3 число не передавать, то тогда начисление будет по расчетным, по плановым показаниям, ну, которые могут в той или иной степени отличаться от фактических. Поэтому лучше передавать, лучше экономить и, соответственно, таким образом сможете снизить сумму в платежках. Які новітні технології для економії електроенергії варто використовувати? Можливо, якісь програмні пристрої або багатотарифні лічильники і так далі? Ну, на даний момент я хочу посоветовать это многозонные счетчики, ну, самый известный – это двухзонный, который позволит экономить в период с 23.00 до 7 утра и таким образом снизить цену за потребление до 50%. Также я советую использовать для освещения LED-лампы, которые раз в 10 потребляют меньше электроэнергии, нежели лампы накаливания. И я рекомендую перенести использование наиболее энергозатратных приборов, таких как бойлер, таких как хлебопечь, либо же посудомоечная машина. Можно это перенести как раз вот в период потребления с 23.00 до 7. И я рекомендую при этом использовать еще умную розетку, которую можно также запрограммировать. В комплексе эти решения, как умная розетка, LED-освещение, многозонный счетчик, можно приобрести с услугой под ключ, например, у постачальника «Ясно». Ось ця розумна розетка, як вона працює, що це таке? Умная розетка, она представлена в нескольких варіаціях. Можна использовать программирование на день с механическим таймером, можно использовать Wi-Fi розетку, которую через телефон можно запрограммировать, можно использовать умную розетку с элементами Smart, где можно на неделю наперед запрограммировать таким образом под ваши потребности выстраивать график потребления электроэнергии. Які існують електронні опалювальні прилади, які з них є найбільш вигідними? На даний момент электрические электронагреватели, они являются самыми распространенными. При этом они делятся по характеристикам, по мощности, по принципу действия. Например, можно взять масляный электронагреватель, который сначала нагревает непосредственно само масло, которое находится внутри, после этого он отдает тепло на окружающие предметы. Ну, из минусов, например, здесь можно сказать, что он сначала долго нагревается, но из плюсов, что потом он долго отдает температуру. Также есть тепловентиляторы. Они преимущественно используются для обогрева небольшого помещения, но при этом они имеют большие энергозатраты. И самыми эффективными, я считаю, что на данный момент являются керамические панели, которые нагревают панель внутри себя, и после этого они передают тепло в помещение. Є взагалі от велика кількість обігрівачів. Який обігрівач краще обрати і чому саме?
Если брать по мощности потребления, по эффективности, то я рекомендую использовать ультратонкие керамические нагреватели. В среднем мощность потребления до 1,5 кВт, при этом можно обогреть помещение от 8 до 15 квадратных метров. При этом данные нагреватели, они не имеют таких свойств, как нагревание воздуха вокруг себя, они не испускают посторонних запахов, не имеют химических соединений. При этом можно безопасно касаться даже детям, так как сам корпус нагревательной панели, он не нагревается, нагревается только керамическая панель, которая находится внутри. Поэтому, если брать по характеристикам, по энергопотреблению и по безопасности, я рекомендую именно керамические панели. Электричні водонагрівачі, що це і чи вигідні вони? Если говорить о водонагревателях, то на данный момент это, наверное, самый распространенный тоже вид электроприбора, который находится у каждого практически в доме. И на данный момент на рынке их представлено очень много. Среди них есть модели как от обычных, где вы сами регулируете себе комфортную температуру, так и есть с элементами Smart, есть с Wi-Fi управлением. То есть элемент Smart, он позволяет подстроиться под ваши привычки. Соответственно, если вы утром потребляете больше воды, то заблаговременно нагреватель нагревает этот объем воды. А днем, например, когда вы находитесь на работе, то данный объем воды, который нагревается, он уменьшается. Таким образом, он подстраивается под повадки и привычки самого пользователя. А які ще існують? Чи вони от тільки такі зараз є? Есть самые простые, которые включаются, вот, когда вы нажимаете на соответствующую кнопку. Есть те, которые включаются при определенном потреблении воды. Но если поставить, опять-таки, как я ранее говорил, умную розетку, то можно выставить так же самое этот график и по обычному водонагревателю. Тобто це вигідно і це допоможе зекономити? Да, конечно. То есть ви непосредственно оплачуєте тоді, коли ви пользуєтесь. Які ще загалом методи економії електроенергії можна запропонувати дніпрянам? Як раніше говорили, це використання двозонного счетчика, який дозволить зекономити в період з 23 до 7 утра. Також можна приучити дітей правилам энергоэффективности и в игровой форме объяснять им о том, что выключая, например, свет, когда вы не находитесь в помещении, вы экономите, необходимо отключать электротовары из розетки, и таким образом, привлекая детей, вы сами будете вырабатывать эти привычки и экономить. Можна, давайте ще раз розкажемо, як працює цей двозонний лічильник, тому що, можливо, деякі не розуміють, як саме можна зекономити за цей період з 23 до 7 ранку. Якщо говорити о двозонному счетчику, то візуально він виглядає практично як звичайний счетчик, за ісключенням того, що на циферблаті буде у вас відображатися тариф день и тариф ночь. То есть, когда вы потребляете с 7 утра до 23.00, вы оплачиваете по стандартному тарифу. Если же вы используете электроэнергию в период с 23.00 до 7, то вы оплачиваете только 50% от стоимости. Тобто, давайте так і зробимо підсумок. Наша прес-конференція буде вже добігати кінця. Підсумовуючи, які можна виділити основні правила для дніпрян, аби вони зекономили от зараз у період восени та взимку, коли починаються перші такі серйозні холоди, і можна зекономити на електроенергії. От такі основні правила. Давайте їх як підсумок зробимо, проговоримо ще раз. Хорошо, давайте тоді підрезюмуємо. Ну, перше – це сознательне потребління. Необхідно нагревать и использовать только то, что вы на данный момент будете использовать, не использовать про запас. Второй момент – это приучить себя и окружающих выключать ненужные электротовары. Ну и самое главное – это поставить двузонный счетчик, который, например, в период с 23.00 до 7 позволит нагревать помещение, когда вот непосредственно вы в нем находитесь.
Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сподіваюся, що наші містяни почули усю необхідну інформацію, зробили висновки, будуть відноситися більш економно до електроенергії, будуть привчати своїх дітей та себе особисто вимикати світло, вимикати з розеток усю техніку, тому що це допоможе зекономити. Сьогодні говорили про економію електроенергії разом з керівником департаменту з контролю якості Дніпровського постачальника електричної енергії «Ясно» Тимуром Япанєшніковим. Я вам ще раз вдячна за нашу прес-конференцію. Дякую. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.